Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире очередная онлайн-встреча с партнерами Ассамблеи народов Евразии. Добрый день еще раз, дорогие друзья, все те, кто нас слушает, смотрит. Наша деятельность вот такая полноправная, полнокровная, началась именно с Франции. Нужно объединяться всем. И моя ассоциация «Галтан», она возникла 20 лет назад, в первом году, именно из желания объединить все национальности. Мы сделали онлайн-программы, концерт детей русского центра и второй онлайн-конкурс живописи. Прямое включение, онлайн-трансляции будут помогать соединяться с нас и показать, чем объединяют нас такие традиции. Чувствуется, что уже очень много у нас общих идей. Ассамблея народов Евразии открыта для сотрудничества. Пожалуйста, обращайтесь, и мы можем вместе с вами реализовывать эти проекты. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья.